Всем привет, друзья! Томить вас долго не буду. Посчастливилось купить две орхидеи в Леруа Мерлен. Они были каждой в единственном экземпляре. Снимать наличие не стала, так как все самое интересное я унесла с собой. Первая красавица Торино. Ранее я выкладывала на канал видеообзор, полученный по почте такой же орхидеи из Ростовской области. Видеообзор вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана. Та орхидея мне обошлась в 1600 рублей, плюс пересылка. И вот приехала я такая в Леруа Мерлен и попала в поступление новеньких. Сразу на глаза попалась бабулетка Торино стоимостью 300 с лишним рублей. Естественно, я даже и не думала, покупать ее или нет. Вторая орхидея тоже не менее красивая. Это бабулетка Ровелла. Итак, друзья, мне очень повезло. Приехала бы я на час-два позже, их бы точно уже не было. Обе орхидеи с хорошей, я бы даже сказала, с отличной корневой системой. И здоровым, и чистым стеблем. А самое главное радует цена 300 с лишним рублей. А вы сами знаете, цена у них очень высокая. Жаль, дорогие мои, что в наших мелких городах и населенных пунктах нашей страны нет таких сетевых магазинов, как Леруа Мерлен, Касторама, Оби, Ашан и так далее. И нашим дорогим орхолюбителям приходится покупать свои орхидеи втридорога по почте с наценкой, хотя на самом деле они стоят намного дешевле. А я, друзья, с вами прощаюсь до следующего видео, в котором покажу купленные за лето и пересаженные в цветущем виде бабочки и пилорики, которые после пересадки продолжают меня радовать цветением по сей день. Всем пока!